Всем привет, дорогие друзья, с вами Бонни Сакур, мы продолжаем играть в игру под названием Fallout 4. Итак, очень много было комментариев с кличкой для собаки, от Мухтаров, Рексов, до всяких Флами, Бобби. В честь Тимы называть, я у Тимы спрашивал, даже мы обсуждали эту тему, это они посчитали как за оскорбление, то, что собаку назвать в честь там адеквата или террориста и так далее. Вот, поэтому я немножко пробил по поводу этой собаки. Значит, эта собака кобель, в смысле это мужской пол. Вот, она реально существует, а это собака главного дизайнера Bethesda. Вот, по крайней мере, по-моему, по этой игре или вообще главного дизайнера Bethesda. Вот, и зовут его Ривер. Значит, он это немецкая овчарка. Вот, поэтому я думаю, что он хочет, чтобы его кличка была похожа на его настоящую кличку. Поэтому назовем его Риф. Я думаю, что вы поддержите меня в этом плане. Вот, если бы он был женского пола, то там, да, я бы выбрал. Было очень много интересных кличек для нее тогда было бы. Вот, значит, так, пошли. Значит, как это у нас отойти надо? Следовать. Пошли. Вот. Вернемся с вами в убежище. Давай карту откроем. Значит, вот оно там находится. Там уже эта пушка есть закрытая. Вот. А у меня есть шпильки. Вот. И мне написали, что если собаку попросить найти там что-нибудь, то она достанет эту пушку. Поэтому пойдемте и проверим. Также мне сказали, что если зажать таб, вот, то будет фонарик. Отличная информация, огромное спасибо. Вот, мне скидывали там и гайды, и даже читы скинули на эту игру. Какие команды делают тебя неуязвимым, там, как попасть к сундуку, в котором находится весь лут с игры и так далее. Но это очень все зря и лишнее, потому что, конечно же, я этим пользоваться не буду. Вот, также написали, разбери вот этот весь город на запчасти и стройся, и так далее, и тому подобное. Но, знаете, как-то сразу там что-то отстраивать, и так, вот мы практически дошли, и так далее. Ну, строительство мне сейчас не настолько интересно, чем исследование того же самого мира, например. Так, Риф, ты там где? Где собака? Риф? Куда он делся? Ну, ты чего там застрял? Исследую тоже местность. Вот, по поводу оружия в Fallout, вообще, даже не в Fallout, а вот мое личное любимое оружие в таких вот играх, это дробовик, вот, и какая-нибудь охотничья винтовка, и, конечно же, револьвер. Скажем, такой как Magnum, вот, и винтовка похожая на калашников. Вот это мне все по душе. Так... А где? Как туда спуститься? Вот в чем. А, из кабинки же, точно. Мы в эту кабинку-то даже и не заходили. Так, рад X, довоенные деньги и жетон на метро. А, бутылка из-под ядер колы. Гаечный ключ. Так, кнопка лифта. Очищенная вода. Побежали. Мы должны успеть, наверное, да? Да, все, спускаемся. Риф, давай быстрее. Ну ясно, он за ТП-шится, скорее всего, вниз. Вот, также мне написали о том, что красным все-таки отображается радиация. За это тоже отдельное спасибо. Значит, нам надо как-то радиацию эту убирать. Потому что ХП у меня вроде как потихонечку отбавляются. Только, по-моему, здесь есть антирад. Или антирадин. Но антирадин, по-моему, был в этом. А вот и она. Точнее, он. Антирадин, по-моему, в Сталкере. А антирад, по-моему, здесь, в данной игре. Ну что, Риф, пошли. Поможешь мне достать эту винтовочку? По идее, это здесь уже никого не должно быть. Так, а мне откроют? Ясно. Никто мне здесь не откроет. Пойдем отсюда. Где-то здесь, да-да-да. Мы с тобой должны найти эту винтовку. Так, а где же она находится? Пойдем искать. Вот здесь мы вроде как раз... Слушай, а тут как-то помещения, что ли, открылись другие? Я не помню этих всех помещений.
Смотри, рот таракана душит. Так, нет. Пойдем, пойдем. Где-то же здесь должно быть. Столовая. Да, вот здесь вот мы проходили, все правильно. Странно, а как мы здесь уже оказались? Вот это помещение, да. Вот эта винтовка. А как я там прошел? Если мне вот туда надо идти, чтобы попасть на выход. Так, ну что ж, давайте попробуем. Риф, иди сюда. Команда. Heads up. Значит, говорить. How you doing, buddy? Принеси. Hey, boy. Think you can find something for me? Вещи. See if there's any good stuff nearby, boy. Так. Пес ничего не нашел. Хорошо, давай попробуем сюда. Риф, иди сюда. Давай поближе. Не скули там. Heads up. Внимание. Иди сюда. Loctite. Этот замок слишком сложный. Won't be able to pick this. Взломать не смогу. Ну хорошо, мне недоуменно скулит. Тогда мы сделаем с вами вот так. Значит... Подожди, а, вот, Т, уровень. Воу, какая новая система, ничего себе. Так, ловкость, интеллект, сила. Так, слушай-ка, так, а что это? Где у нас ловкость, по-моему, должна влиять на взлом, нет? Быстрота рефлексов. А, вот, давай удачу повысим, да. Да, подтвердить выбор. Enter, принять. Так. Еще можем? Нет, все. Что значит Alt, следующий уровень? А, вспомни традиции с Дикого Запада. Так, это... А, это просто перещелкивает. Все, понял. Таб закрыть. Окей. Этот замок еще сложный. Ну-ка, Риф, ну зайди ты сюда. Ну, пожалуйста, я тебя прошу. Как его позвать-то сюда? О, кстати, патроны лежат. Look alive. Поживее. Иди сюда. Смотри, берет, катается. Риф, ты в адеквате сегодня, нет? Ладно, короче, надо позже сюда идти. Don't think I can pick this. А так, в общем, мы с вами здесь, по-моему, все уже и осмотрели. Так, значит, нам надо перейти в следующий город. Идешь? Слушай, а мы не можем отсюда ТПшниться, мне интересно. Скажем, к ракете. Вот, переместиться в выбранную точку, да. Нет, недоступно. Хорошо, понял. Только в открытой местности, не из помещения. Как, в принципе, и раньше было. Ладно. Ладно, Риф, пошли отсюда. Выбираемся. Вечно он не успевает. Жалко, конечно, не проканало. Надо еще будет мне разобраться, а как там это, взлом-то? А, надо больше взламывать, чтобы повышался уровень взлома, точно. Здесь же все как в этом, по-моему. Как в обливионе, там, Скайриме и так далее. Чем больше используешь какой-то навык, тем больше он качается. Антирадин, вот он. Точняк. Открываем. Так, где у нас помощь? Вот, помощь нам нужна. Антирадин. Но нахера два-то? Ну ладно. Вот, да, радиация полностью убралась. Изолента военного образца. В смысле, бутылку пива верни. Так, значит, и вот это у нас получается. Антирадин. Рад-Х, изолента, утюг. Ага, все, осмотрели. Ну все, пошли тогда отсюда. Давай тогда теперь ТПшнемся. К ракете, да. А, вот они как плакаты выглядят в неповрежденном виде. По идее, вот, да, убежища всегда выглядели вот как на картинке. То есть они там в горе, но не какая-то там шахта. Что-то они решили немножко концепцию свою поменять. Так, а поблизости у нас других никаких тут не находится, да, вещей интересных. Ну ладно, пошли исследовать тогда этот город. Так, вот сюда бежать надо.
Посмотрим, какие-то проблемы нас будут ожидать. И начнем потихонечку лутаться. Может, чего хорошего найдем. Хочу дробовик. Вообще люблю охотничье ружье. Двухстволочка, например. Вот это мне по душе. Монстры здесь, в принципе, все... Опаньки, голубая. Квантовая ядер-кола. Ничего себе. Она очень редкая, она очень дорогая. Так, давай. Оп. Фонарик-то включим. Теперь-то мы знаем, как его включать. Что это? Мед-Х психо. И главное, ящик такой кровавый, да? Что вот это? Пепельница. Очки сварщика. Красная бандана. Вот это интересно. Ну-ка, давай посмотрим. Предметы. Одежда. Очки сварщика. И красная бандана. Так. В. Ну нормально, с почтальона мы превратились в какого-то рейдера. Так, пошли, Риф. Ой. Конкорд называется данная локация. Ой. У меня по... Я зажал, вот дурак, я же зажал. Хотел ударить, попробовать дверь выбить. Ладно, попробуем окно выбить. Нет. Так, значит, шприцы используем. Да, бывает. А что здесь так много всего заколоченного? Так, давай-ка Хантера включим. Там война какая-то. Ну-ка, погаси фонарь. Вас не видят. Но там кто-то скачет. А как понять, кто из них друг, а кто враг? А, по карте, наверное, определиться сейчас. По компасу. Этот с ближним боем вроде ходит. Враг ты или не враг? Ну, ё-моё. Во! С винтовки вон лупят оттуда сверху. Вас не видят. А почему не отображается-то? Риф. Рычит. Понял. Попробуем вырубить. Опа, нормально. Риф. Риф, иди сюда. Так. Вот у этого что-то интересное в руках, походу. А он последний. Давай его снимем в хэд. Готов. А ты враг или друг? Смотри-ка, не стреляет. Вас обнаружили. Так, и что у него можно? Гладкоствольный штурмовой противогаз плюс, кожаная броня плюс. Hey, up here, on the balcony. I've got a group of settlers inside. The raiders are almost through the door. Grab that laser musket and help us, please! Он сказал, короче, что рейдеры напали на него и сейчас еще придут. Так, подожди, да я болтаюсь. Кастет, гладкоствольная автоматическая опять винтовка. И бабу рейдер, что мы с вами тут вырубили. Давайте осмотрим ее. Вот она. Ну слушай, нормально, да? Штурмовой противогаз. Слушай, давай-ка броню-то эту уже одевать, наверное. Так. Где она? Кожаная броня для левой ноги. Кожаная для левой руки. Правая. Кожаная одежда рейдера. Так, дорожная кожаная одежда. А где это? Вот, штурмовой противогаз. Обручальное кольцо, так, очки сварщика. Так, а как мы выглядим? О, вообще чисто сталкер, да? Неплохо так. А это, я так понял, я себе на тело одел все-таки, да, вот эту броню или нет? Подожди-ка, вот, скажем, дорожная кожаная одежда. А, вот, теперь одел. Теперь мы похожи на безумного Макса Сталкера. Нормально. Ну что ж, пошли. Поговорим с ним. Только мне, конечно, не понравилось то, что все вот эти здания практически заперты. И он сказал, что на него сейчас нападение какое-то будет. Так, масленки, трубки, каски. Так, алюминиевая банка, ух ты. Изолента. Военные ящики не лутаются. Зубная щетка, пластиковая тарелка. А здесь у нас что?
Предохранители. Давай заберем. Это какой-то магазин бытовой техники, что ли? Так, здесь ничего больше нету. Так, Риф, а ты не можешь вот брать просто вот и искать какие-то вещи сам? Или тебе обязательно команду давать? Так, говорить. How you doing, buddy? Принести. Hey, boy. Think you can find something for me? Вещи. See if there's any good stuff nearby, boy. Так. Ты мне достанешь что-нибудь через команду? Побежал, смотри. Воу, воу, что это? Выполнено. Взять лазерный мушкет. А вот и для него патроны. Головной убор, снаряжение. Прости, чувак, разделит тебя. Так, и что это такое? И на какую-то кнопку. Так, значит, оружие. Пистолеты, бутыльки опять. Да что ж такое? Что хочу бутылькой назвать? Так, а где он? Вот, короткий лазерный мушкет. Так, перезаряд. Это что за шарманка? Ну ладно. А как с него стрелять? А вон мушка есть. Ну хорошо, попробуем с него. И, кстати говоря, ненавижу лазерное оружие. Просто почему-то не перевариваю. О, какие красивые манекены, ну слушай. Как-то по мне пули лучше намного. Бутылка из-под пива. Так, это еда. И вот мы на крыше. Нам не надо эту позицию, надеюсь, занимать. Да, слушай, была вероятность, получается, что с этого убежища он мог таким образом урвать ствол. Но, видно, может, профиксили, я не знаю, если это был баг. Потому что обновление-то на Fallout выходило. Так, ну что ж, пошли в это здание. Музей свободы. Зато там, может, еще с какими-то достопримечательности посмотрим. Потому что в третьем Fallout очень много было интересных вещей. Так, разыскать... поселенцев. В смысле? Это рейдеры? Пошел вон. Что за херня? А куда спрятаться? Убили его или... А, нет. Вот он. Ой, это каждый раз перезаряжаться надо. Это шарманка. Не, бодяга, а не оружие. Не зря я. Не люблю их. Не, в него, видишь, не попасть даже. Хорошо, давай достанем четверка. Работает? Отлично. Ну, нападай. Риф. Ладно, штурмуем его нахер. Где здесь лестница? Ага, смотри, реально, музей. Так, где эти ублюдки? Потом все это, ребята, осмотрим. Надо этих замочить. Ой. Минус. Так, что у тебя есть? Крышки, патрон... Опять этот пистолет. Панталоны. Где он? Ну, а, он еще выше находится. Вот здесь вот он. Оп. Оп. Отлично. Всех убили. Давай лутать его. Так, значит, патрон, стимулятор, гладкоствольный. Ладно, заберем. Надо его будет разбирать потом. Так, а теперь надо спуститься вниз. Мы там даже не осмотрели, что там имеется. Смотри-ка. Легкий. Можно открыть. Опа, чуть не сломал. Так, подожди. Да что такое? Какой же он легкий? О. Так-то. Ядерный блок. Ой, мы их без электричества, кажется, оставили. Так. Ратикс, изолента, кисть. Шкафчик пустой у нас. О, какой котяж. Это, Риф. Иди посмотри. Или ты кошек не перевариваешь? Так. Дверь. Чё за бодяга? Мы вернулись обратно с тобой. Так, пошли вот сюда. Ну что ты, в чем застреваешь-то? Ну что такое-то? Так, у него гладкоствольный пистолет заберем опять. Вот здесь вот раньше вот лежали...
всякие достопримечательности, которые там еще опись была, что это такое. Так, а это у нас тут типа имитация какого-то корабля. Есть что облутать? Нет. А это что? Забирайте свой чай обратно, возвращайте свою Англию. Подлецы в красных мундирах. Какое-то восстание. Ой, их все храняешь. Интересно, а я могу их застрелить? Оп. Печально сложился. Так, и облутать их нельзя. Голову не могу твою забрать и использовать? Нет. Сделал себе чувствительность обзора на полную катушку, потому что что-то как-то, когда резко надо прицеливаться, он, ну, как-то медленно ведет на самом деле. А, слушай, а что это за компьютер? Легкий. А зачем его взламывать? Так. Ну давай. Adobe. Нет. Shops. Нет. Science. Нет. Ладно. Как обычно, со второй попытки. Ну что ты заглючил-то тебя? Рифт, не толкайся там. Нет. Сходство вообще ноль. Ну ё-моё. Ладно. Третья попытка. Джок. С. Сходство 2. Вайпет. Фрон. Нихера себе он легкий, смотри. А может легкий это засчитывается то, что как бы он находится где-то в начале? Файбер. Нет. 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 Что ж такое, непруха какая-то. Дым. Ноль. Время. Ноль. Нет, да что ж такое. Какой же ты легкий. Шотс. Нет, ноль вообще. Дэр. Во. Открыть дверь. То есть я мог открыть вот эту дверь? Да. Ну ладно. Так, доставай ствол. Пойдем. Так, ножей у нас так, вот, Мед-Икс. Херова туча ножей у нас. Надо, кстати, будет... Я не знаю, они используются в крафте. Бейсбольная перчатка. Бутылка пива. Вот это заберем, оно ж пьется у нас. Так, пустой стол, патрон, винт. Во, патрон для дробовика 12. Вот это уже меня явно радует. Так, Риф, пойдем. А, и, кстати говоря, Риф не будет умирать. Вот, специально сделали. Выглядит как настоящий, да? Зажигалка, пластиковый нож. Вот, он будет только терять сознание. Мужики, дайте мушкет поносить. Не? Не вариант. Что это? Тайник с крышками? Какой же это тайник с крышками? Так, я так понял, нам на самый-самый-самый верх надо подняться. Ага, вот этот ублюдок. Хлощевой капюшон и портупея. Да, с одежды тут смотри, сколько вариаций. Я тебе говорю, надо отсюда убираться. Незачем нам тут торчать. Что-то разнылся-то. Мы должны дождемся остальных, как нам и приказали. Ты что, глухой? Там кто-то ходит и палит во все стороны. Я не буду тут сидеть и ждать. Богом клянусь, сделаешь хоть шаг в сторону двери, я тебе кишки выпущу. Так, давай-ка. Стелс. Где этот ублюдок? Ага, вот они. Вас не видят. Давай. Оп, друг-то твой умер. Минус 2. Да, слушай, а здесь, наверное, наверняка уже добавили. Раньше в Fallout 3, например, глушители, прицелы, это все мод устанавливал. То есть мод скачиваешь, и он устанавливает такие приколюхи. Слушай, Риф, отойди-ка отсюда. Риф, Риф, иди сюда. Давай-давай, быстрее. Ага. Вот это прикольно. Теперь буду знать. А теперь вроде как добавили нормально. Что это в игре есть. Прицелы, глушители, там, пламегасители и так далее. Вот, гладкоствольный карабин. Так, а что ты у нас будешь? Какая цифра? Да, тебе нормально там, Риф? Угу. Так, это пруд. Это вообще херня какая-то. Подожди, а может надо четверку зажимать? Нет. 1, 2, 3.
пруд. И все, да? То есть мы должны все это выставлять именно в быстрый доступ. Так, где это? Пистолет. Вот. Емкий карабин. Ну и что это такое? А, это что-то вроде автомата. Ничего себе. Так, а что я тут не дозабрал? Ментанты. Так, панталоны, патроны. Тебе что, прицелы такие? Вообще жесть. Неудобные. Подожди, я что-то не дозабрал. Алюминиевое что-то там было. А, вот, канистра. Вот, борцы за свободу Америки. Эта фреска призвана увековечить память об отважных мужчинах и женщинах, служивших в США. Пусть их жертвы не напрасны. Прикольно. Ага, нормально. Так, теперь нам надо еще выше. А он что там, один что ли, этот мужик с лазерной винтовкой? Сверху. Сейчас проверим эту винтовочку. Вот он здесь прямо. Вас не видит. А двери открываешь? Лови. Внимание. Как там у тебя, рейдер? ХП-то не кончается? Дебил. Нормально. Иди сюда. Риф, ты там что, на него нападать? Или это враги? А, это уже похоже наши. Так, патрон, кастет, пистолет. Так, панталоны. Подожди, это все. Я не хочу столько одежды в себя набивать. Так, во, автомат ядер колы. А, вот он как работает. А может монету надо опустить? Нет. У нас же есть довоенные деньги. Хотя они вроде как выглядят. Да отстань ты от меня, Сэм, let's go. У тебя там бомбит. Тебе там срочно надо. Молоток, зубная щетка. А мне надо все осмотреть. Так, что это? Светильник не работает. Патрон, зажигалка, изолента. Ух да, сколько здесь можно целую серию на самом деле тратить, чтобы сделать там что-нибудь, скрафтить, в чем-то разобраться и так далее. Поэтому я, скорее всего, все это буду делать между сериями, потому что, как бы, все это колупаться, это долго. Так, что у тебя есть? Крышки, патрон, автоматический этот пистолет, очки сварщика. Интересно, одежду-то, по идее, тоже можно так разбирать? Здорово. Я не знаю, кто ты, но как раз нельзя вовремя. Так, как нельзя вовремя. Я Престон. Так, миниментэ, я тут мимоходом. Ты у меня в долгу. Приятно помочь. Ты у меня в долгу? Ага, само собой. Как только выберемся отсюда, я вручу тебе сундук, полный изумрудов. Так, продолжай. Месяц назад у нас было 20 человек, вчера уже только 8, сейчас осталось 5. Сперва гули в городе, короче, теперь эти рейдеры. Какой ужас. Какой ужас, вам пришлось нелегко. Спасибо. Приятно. Что хоть кому-то не все равно. В общем, мы решили, что в городе будет безопасно, а оказалось тут рейдеры. Но у нас тут есть еще одна идея. Так, надеюсь, хорошая. Ну? На крыше есть разбившийся винтокрыл, старый. Довоенный. Так вот, один из пассажиров оставил после себя серьезную штукенцию. Полный комплект силовой брони Т-45, армейский экземпляр. Так, мне нравится, не поможет. А вроде полезная вещь, силовая броня. Так, мне нравится. Я так и думал, что тебе понравится. Защита плюс прибавка к огневой мощи. В этом костюме ты сможешь оторвать от винтокрыла миниган. И тогда этим рейдерам прямая дорога в ад. Как тебе идея? Хорошая мысль. А вот, только есть одна загвоздка. В этом костюме нет источника энергии. Старый уже лет как 100 сдох.
Короче, надо подзарядить. Но было бы чем. Так, ну мы как раз оторвали какую-то батарею, я так понял. Она поможет нам? Что тебе нужно? Так это универсальный ядерный блок довоенного производства, высокоемкий ядерный аккумулятор. Используется армией и некоторыми компаниями, давно еще в те времена. И мы как раз знаем, где его найти. А что так субтитры медленно теперь меняются? Так, что-то там охраняется у него. Так, он у меня уже есть. Вообще-то ядерный блок у меня уже есть, можно приступать. Ну отлично. Видимо, удача наконец-то повернулась к нам лицом. Теперь надо вставить его в силовую броню, выдрать из винтокрыла миниган и песенка рейдеров спета. Удачи. Хорошо, спасибо. Так, теперь нам надо силовую... О! Пупс, восприятие. Отлично. Так, ваш параметр вырос на 1 балл. Забрать. Так, что-то приближается, и оно очень злое. Мэм, ты совсем не тот спасатель, которого я ожидал увидеть, когда посылала псину за помощью. Ты даже лучше. Псина? Так это ваша собака? Это не моя собака, нет, псина. Он что называется, себе на уме. У такого вольного духа не может быть хозяина. Но он выбирает себе друзей и хранит им верность. Теперь он будет сопровождать тебя. Я видела. Так, своими глазами. У вас крыша поехала? Отлично, у вас крышу снесло. А, с твоей точки зрения, я, может, и правда выгляжу чокнутый. Мой дар ненормальный. Это уж точно. Но все дело в препаратах. Под их действием мне являются видения. Так, поразительно. Я вижу фрагменты того, что было, что будет, и что есть прямо сейчас. Нихера она упоротая. И прямо сейчас я вижу, как что-то приближается, идет на весь этот шум и суматоху. И это что-то злое. Конечно, текстуры лица какие-то убогие, да. Вот с этим это я соглашусь, какие-то замыленные. Ты посмотри, у меня качество графики максимальное стоит. Мы обречены. Не сдавайся, видения не всегда ясны. Может, у нас есть еще шанс спастись. Но мы с тобой что-то слишком уже заговорились. У тебя есть работа. Ну ладно, давай, пока. Так, куда нам идти? 19 метров. Ага, до выхода. А Риф что-то там остался. Может, жратву где нашел? У них уже жрет. Так, вот он и винтокрыл. В смысле, мужик стоит? Чё там такое? Оп, ушел. Так, изолента, скипидар. Ну, здорово. А, господи, боже мой. Это сама броня так стоит. Так, туловище. Ага. Ядерный блок. Е, войти. Ну, охереть, не встать. Оп. Вот теперь как она работает. Так, повреждена рука и нога. А вот и наш миниган. Так, теперь, я так понял, его надо снарядить. Правильно? Где он? Миниган. Ну, снаряжен, получается. А, это рейдеры? А патронов у меня сколько, я не вижу. Злобно рычит. Так, где эти ублюдки? А, вон они где.
Давайте, ублюдки, удачи вам. Нихера их ложит. Подожди-ка, ну-ка. Во, вот это другой разговор. Давай-ка нахлобучим им. Короткими очередями. Хоть бы бочек наставили, да, нам, чтобы было поэпичней. Да что ж ты не дохнешь-то? Вот скотина, перегрелась. Опасность. Короче, с него только короткими очередями бомбить. Да, прячься, ублюдок. Минус. Кто еще? А, вон опять бежит. А вы толпой сразу не можете выбежать? Товарищи рейдеры. Правой кнопкой еще у нас удерживать его так, чтобы не было отдачи. Давайте, ублюдки. А, перегрелся. Опасность. Риф, как дела? У меня тут развлекуха. Ну где он там? Че он там еле идет? Не, зажим все равно здесь не тащит. Это что ж такое? Не, по-моему, херово. Ой, что это в меня стреляет? Откуда? А где он? Кто это ломает, что? Кто-то рычит. Ё-моё, вон он. Там монстр какой-то. Коготь. Коготь смерти, что ли? Как он там назывался? Самое опасное существо в игре. Или коготь клана, я не помню. Смотри, на него рейдеры побежали. Ну им сразу кранты. Еще один вон побежал. Что вообще происходит? Так, а что за задача у нас? Внимание написано. Так, что здесь есть? Шпилька, изолента, скальпель. Зажигалка. Пустая масленка и разводной ключ. Блин, силовая броня. Ну правильно, она до хера бы весила в инвентаре. А теперь можно, я так понял, в ней шататься. Как отдельная броня, чтобы не занимать место в инвентаре. Вас не видят. Так а что я должен сделать? Подскажите мне, пожалуйста. Инфо. Время на исходе. Зов свободы. Зачистить Конрад. То есть я туда должен спуститься, да? А что будет, если... Давай сохранимся, если я спрыгну туда. Разобьюсь я? Подожди-ка. Она же силовая броня. Прощай, Риф. Ё-моё. Опа, нормально. Живой. И вроде... А, подожди, вот здесь столько приборов. А, амуниция. 48 написано справа. Ух, как нихера он бегает быстро, смотри. Ну, чё, ублюдки? Как там у вас дела? Где они там воюют? Вот радар показывает. Как у вас там? О, вы его там забагали. Ну, вы ничего, что я сзади постою, красавец. Привет. В смысле, ваш пес ранен? У меня патроны кончились. А, пистолет? Могу достать? В смысле, он там какой-то парашют мне кидается? Есть? Есть. Гори в аду, ублюдок. В натуре как адское создание какое-то, да? Так. Почти сгорел. А еще есть что-нибудь у меня? Нету. Коготь смерти, да, вот, правильно я его назвал. А где этот ублюдок там стреляет? Давайте хэдшотов напихаем, все. Минус. Не вижу я тебя, козлина. Так, где моя псина? Что там? Это он? Мясо, лапа. Всех убили? Патрон для дробовика, бутылка, стимулятор, портупея. Вот он, короткий дробовик. Вот это вообще тема. Двухстволочку нашли. Так, патрон, стимулятор, гладкоствольный противогаз. Гладкоствольный противогаз. Так, патрон, стимулятор. Все одно и то же у них.
А оружие ни отдельно нигде не валяется. Да нихера мы ее размолотили. Башка, рука, все разлетелось. К чертям собачьим патрон. Вот, дробовик еще один нашли. Так, а я хочу его взять. Так, предметы. Где он? Вот. Нет, это пистолет. Пистолет. А где дробовик-то, ё-моё? Вот, дробовик. Вот это вообще тема. Только так бошки сносить гулем. Так, а смотри, еще воюют. Пошли. Надо бы сохраниться еще. Так, еще вот здесь же мы патроны соберем пока с этих, чтобы не... О, стимулятор есть. Так, а у тебя что, патрон? Здорово, друг, как дела? Вот. Все? Мы победили? Да, мы победили. Так, крышка, патрон, противогаз. Не, остальное все бодяга. Так, ну что ж, пошли обратно. Жалко, у него нету никакого за спиной реактивного ранца. Так бы на крышу залетели и сразу к этому попали. А теперь в этой силовой броне шатайся по этому дому. Полегче, матушка. А, все хорошо, Престон. Не поднимай бучу. А, он спустился. Это было впечатляюще, я рад, что ты на нашей стороне. Откуда ты знаешь? У меня теперь есть силовая броня, я тебе башку могу снести, правильно? Так, все нормально? О, какой голос. А, да, какое-то время мы справимся, по крайней мере, теперь мы сможем переместиться куда-нибудь, где не опасно. Что он говорит уже дальше, по-моему, не по субтитрам. Ядерная батарея 50 и деньги нам дал. Сойдет. Не откажусь. Слава настоящего наемника. Что ж, если тебе надоест жить только для себя, приходи к нам. Вы получили новый уровень. Отлично. Мне бы пригодился человек вроде тебя. Такой, которого, на которого можно положиться. Так, может быть. Я подумаю об этом. Прежде чем ты уйдешь, я хочу тебе кое-что сказать. О том странстве, которое тебя ждет. Я видел твою судьбу и разделяю твою боль. А женщина такая медленная, на самом деле, так выразительно пытаешься нам что-то сказать. Так, продолжайте. Ладно, я слушаю. У тебя мало времени, мало надежды, но еще не все потеряно. Я чувствую энергию твоего сына. Он жив. О, она про сына знает. Так, где Шон? Где мой сын? Ох, я хотела бы знать, правда, но я не вижу твоего сына, я только чувствую его жизненную силу, его энергию. Он ждет тебя. И мне даже не нужно видение, чтобы подсказать тебе, откуда начать поиски. Великий зеленый самоцвет Содружества, Diamond City, самое большое поселение в округе. Так, от вас никакого толка. Так, слишком расплывчато. Мне нужно больше информации. А что там в Diamond City? Шон там? Послушай, я устала. Может, потом принесешь мне препаратов, и видение нарисует более ясную картину? Да у меня препаратов сейчас полный рюкзак. Нет, матушка. Мёрфи. Мы уже это обсуждали. Эта химия, она вас убьет. Цыц, Престон. Все мы когда-нибудь умрем, а видения нам нужны. И нашему новому другу тоже. А теперь пойдемте. Нас ждет, короче, город. Но я так понял, мы здесь можем, типа, начать развитие в данном городе. То есть помочь им развиться, самим тут хату свою отстроить и жить здесь. Так, у меня вопрос в другом. Как мне выбраться из этого долбанного костюма? А, Е зажать. Спасибо. Так, интересно, он здесь так и будет стоять? Ну, выглядит, конечно, он круто. Реально силовая броня. Раньше они были худыми все в такой броне, а теперь она, о, какая массивная. Что ж, дорогие друзья, а что будем делать дальше, мы уже с вами решим в следующей серии. Поэтому не забывайте подписываться, комментировать и ставить лайки. Всем до встречи в следующем видео. Всем пока.